Всем здравствуйте! Один из самых частых запросов, которые мы получаем от вас, это подбор трикотажа. А у нас огромный ассортимент, который сразу вы можете просмотреть в нашем каталоге в группе ВКонтакте. Там очень удобно, сразу видно цену и как джемпер смотрится в деле. А сегодня я хочу вам показать небольшую подборку абсолютно базового трикотажа, который подойдет каждый из вас. Каждый здесь найдет свою модель, и эти джемпера легко встраиваются абсолютно в любой гардероб. Например, на мне очень интересный экземпляр, слегка удлиненный, сбоку разрезы и красивый по цвету. Он прекрасно оттеняет топовый цвет этого сезона, винный. Итак, начнем. И начать я хочу с хита неизменного наших продаж. Это базовый трикотаж от бренда Кантата. Здесь он с круглым вырезом, по бокам идут небольшие разрезы, и здесь мы видим лампас в виде такой вот резиночки. Это проходит у нас сбоку и выходит немножечко на рукав. По длине он оптимальный. Этот джемпер у нас приобретают активно как к юбкам, так и абсолютно к любым брюкам. Размер уника подойдет на 42-48. Следующая модель уже более интересная по своей форме, напоминает бочонок. Очень хорошо садится по фигуре, и здесь хочу обратить ваше внимание на рисунок вязки. Он ребристый. Чтобы более подробно рассмотреть, пишите нашим девочкам-менеджерам, они сориентируют, покажут поближе или скинут ссылку на эту модель в каталоге. Представлена, кстати, эта модель более чем в 5 цветах. Тоже запрашивайте, все девочки покажут. Так же, как и первая модель, обратите внимание, это не единственный цвет. Почему я взяла именно его? Очень мне нравится насыщенный, такой вот изумрудный цвет, прекрасно вписывается круглогодично в любой гардероб. Переходим к третьей модели, и в данном случае это у нас удлиненный, такой вот свободный, комфортный джемпер из вискозы. Здесь средней плотности трикотаж, он хорошо будет ложиться такими аккуратными складками, и такой джемпер, конечно, работает хорошо с размерами от 46 до 52. Он аккуратно будет ложиться, будет создавать иллюзию пустоты, а иллюзия пустоты всегда имеет стройнящий эффект. И цвет абсолютно такой базовый, бежевый. Далее вашему вниманию любимый черный цвет, без которого нам не обойтись, конечно же. Он средней длины. Давайте буду прикладывать, чтобы вы сориентировались. По бокам здесь идут разрезы небольшие, как снизу, так и на рукаве. Давайте вам это продемонстрирую. Очень красиво вот так на запястье будет расходиться манжет. Также мы здесь видим небольшие такие полосочки на рукавах в виде лампасов. И здесь, что дает нам, конечно же, вертикаль любимую. Не устану повторять, вертикаль нас вытягивает. Если на самом джемпере нет никакой вертикали, для этого случая добавляйте просто украшение. Базовые джемпера это позволяют сделать. Далее, один из популярных вариантов джемпера, который очень вам полюбился. Он садится тоже бочонком, слегка удлиненный. Обратите внимание, передняя часть чуть выше, задняя подлиннее. И здесь мы видим мягкую, очень комфортную горловинку. Цвет тоже, эта модель тоже представлена в нескольких цветах, по-моему, более 5. В данном случае у меня в руках цвет Грэш. Это очень популярный сейчас цвет, цвет этого сезона. Итальянцы его называют Тартора, что в переводе означает «дикий голубь». Далее переходим к варианту интересному. Он базовый по своему цвету, но с акцентом по форме идет. Посмотрите, он идет прям вот таким прямоугольником. За счет этого он очень классно садится по фигуре, дает много воздуха, свободу прилегания, скажем так. И на контрасте хорошо здесь смотрится вот такой узкий рукав лапша. Перепад вот такой объемов смотрится, конечно, очень эффектно. Тоже представлен в нескольких тонах. Далее вашему вниманию еще один вариант удлиненного джемпера. Идеально, конечно, будет с чем-то узким снизу, например, с леггинсами, с брючками скини. В данном случае хочу обратить внимание на красивый V-образный вырез. Напоминаю, это нас стройнит, вытягивает портретную зону. Далее абсолютно базовый лонгслив. Сидит как вторая кожа, это очень такая плотная, хорошая лапша, даже слегка с утягивающим эффектом будет, представлена еще в черном цвете, и также этот лонгслив выполнил бренд-сувенир в виде Dolce Vita, Dolce Vita водолазка. Конечно, такие вещи хорошо работают в комбинации с жакетами, с узкими тренчами, с жилетами, в общем, базовая вещь, которая тоже должна быть в гардеробе у вас, ну и на кардиганы сверху объемный тоже
паре с кардиганами тоже классно работает. Для тех, кто предпочитает Dolce Vita в свободном формате, у нас есть и такой вариант для вас. В данном случае в цвете пудра, такой средней плотности джемпер с горлом. Конечно же, горло помогает нам защититься от ветра. В общем, полный комфорт и уют вам будет в этом джемпере обеспечен. На этом на сегодня все. Больше вариантов трикотажа смотрите в нашем каталоге в группе ВКонтакте.